В новом отделении Общероссийской организации детей и молодежи «Движение первых», которое открылось в Самарском центре внешкольной работы «Поиск», числится уже 20 человек. Это постоянные участники волонтерских движений и социально значимых мероприятий. 14-летняя Софья Шестопалова в их числе. В центре «Поиск» Софья занимается вокалом. Рассказывает, о «Движении первых» узнала во время летнего отдыха в оздоровительном лагере. Софья попала в профильную смену «Движения первых». Идея и атмосфера организации оказались близкими ей по духу. На самом деле мне очень нравится, и сколько я в нем нахожусь. Там постоянно разные конкурсы, акции. Мы ездим, выступаем. И очень интересно это все. По словам педагогов, членство в «Движении первых» открывает для ребят больше возможностей проявлять себя за пределами центра. И мы очень активно участвуем вообще в жизни нашего города, нашего района. И всегда с большим удовольствием выступаем на разного рода мероприятиях, например, посвященных 9 мая, 23 февраля, Дню ветеранов. Инициатива открытия отделения «Движения первых» в Центре внешкольной работы «Поиск» принадлежит директору Виктории Башкировой. Именно в центре когда-то базировался Куйбышевский дом пионера. И открытие здесь отделения «Движения первых» – это сохранение традиций и внедрение инноваций в повседневную работу центра. Это просто огромный концентрат возможностей проявлять себя и развиваться далеко за пределы города и региона. Но, конечно, в первую очередь на благо города и региона. Белой завистью завидую нынешнему поколению, потому что у них такое огромное количество возможностей проявить себя на федеральном уровне, получить возможность обучения для старшего более возраста прохождения стажировок, получение денежных грантов, реализации своих идей, возможностей, способностей в виде тех же грантов, например, на обучение. «Движение первых» нацелено на развитие, самореализацию детей и молодежи России. Вступить в ряды организации может любой желающий в возрасте от 6 до 18 лет. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.